Добрый день, дорогие друзья. Вот такой видосик вам в обед решил записать вам для вас. Вы, я так чувствую, давно скучали по таким видео. Ну и как всегда, я вас немножко разочарую. Видео будет о погоде. Но следующие видосики будут, конечно, другие. Видосики, барбосики. Так, ну ладно, давайте по-серьезному. Сегодня 5 июня, пятница. У нас в Барнауле, ну я так думаю, сами видите. Вот у нас плюс 12 и дождик. Накрапывает дождик. Стало достаточно прохладно. Так что, дорогие друзья, одевайте теплые курточки, толстовки. А также берите с собой зонтики. Потому что явно такую погоду воду пить не хочется. А вот зонтик как раз нужен. Я, кстати, вышел без зонтика. Сейчас я вам покажу, как я вышел. Вот примерно вот так я вышел. Иду по аллее. Кстати, об этой аллее я много раз снимал, но заодно сниму аллею. И самое главное, я вам, это такое, знаете, будет три в одном. Самое главное, я сниму вам часы. Кстати, о них были видео уже, можете пересмотреть. Часы, которые установлены у нас на этой аллее. Вот заодно будет как бы небольшая достопримечательность. Значит, часы установлены у нас на этой аллее. Многие про эти часы знают. Не только в Ленинском районе, но и в других районах. Часы по-своему уникальные. Вы их сейчас уже скоро увидите. Тут осталось метров 300, наверное, до часов. И вы их увидите. Ну а пока прервемся на рекламную паузу. Рекламная пауза будет следующая. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш «Путешествия автомобилей». Ставьте лайки, пишите в комментариях, кому видео понравилось. Да, кстати, кому не понравилось, тоже пишите, что не понравилось. Я сразу удалю этот комментарий. Вот. Вот. Дали ему год, отсидел он 12 месяцев. Я освободился досрочно. Так, ну ладно, что мы о грустном. Подходим мы к часам. Значит, циферблат на этих часов с четырех сторон просматривается. Я вам это все покажу. Расскажу вкратце, кто установил эти часы. Кто это финансировал. То есть, вкратце такое будет видео. Наверное, я его назову не о погоде, а о часах. Да, а лучше о погоде, наверное. К погоде уже привыкли. Вот эти часы. Написано Ленинский район. Вот такие большие часы. Установлены издалека. Видно время. Вот сейчас у нас в Барнауле 3 часа и 3 минуты. Можете проверить. Вот, пожалуйста, эти часы. Погода у нас сегодня ненастная немного. Вот. Со всех сторон время указано. Вот здесь тоже 3:03. Вот, пожалуйста, читаем. А вы, наверное, сами даже прочитаете. Давайте я вам прочитаю. Реконструкция произведена при поддержке Лисицына Александра Викторовича, директора ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ». Вот такие часы у нас. Довольно-таки высокие. Довольно-таки большие. Вот они. Со всех четырех сторон циферблат. Вот такие часы. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш «Путешествия автомобилей». Подписывайтесь на мой канал. Я так думаю, что это видео вы посмотрите. И ставьте как можно больше количество лайков. Пишите в комментариях,
буду ждать от вас новых подписчиков, своих друзей, знакомых, близких и родных. Ну, как всегда я вам говорю, берегите себя и своих близких. Точнее, это не я говорю, Андрей Малахов. Но я вам скажу так, то, что я говорю, желаю всегда здоровья, особенно в условиях коронавируса. Всего вам доброго, дорогие друзья.